Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вчера 10 июля проголосовал на повторных выборах депутатов Бишкекского городского кенеша вне помещения, сообщает пресс-служба президента. Участковая избирательная комиссия организовала выездное голосование в связи с тем, что у одного из сотрудников личной охраны главы государства накануне была выявлена коронавирусная инфекция. У самого президента результат ПЦР-теста на наличие коронавируса вышел отрицательным, но согласно рекомендациям эпидемиологов, Садыру Жапарову, как непосредственно контактному лицу, следует соблюсти режим самоизоляции для того, чтобы не подвергать риску здоровья окружающих. Глава государства призвал граждан страны выполнить свой гражданский долг, проголосовав на повторных выборах депутатов городских кенешей. Садыр Жапаров отметил, что участие в выборах – это показатель ответственной гражданской позиции и заботы о будущем страны. Также проголосовал и председатель кабинета министров Улугбек Марипов. Вместе с супругой проголосовали на избирательном участке номер 1032 города Бишкек, расположенном в здании средней общеобразовательной школы номер 40. Глава Кабмина отметил, что каждому гражданину республики необходимо воспользоваться своим правом голоса и проявить социальную ответственность, политическую и правовую зрелость. Андрей Кричков участвует на каждых выборах. Для него будущее его страны и города Бишкек не безразлично. По его словам, он не теряет надежду на то, что когда-нибудь выборы пройдут прозрачно и честно. И на этот раз Андрей не остался в стороне и сделал свой выбор. Из-за каких-то неурядиц, оспариваний этих выборов, и люди уже, наверное, до того устали, что не верят. И поэтому обычно здесь всегда много народу, а сегодня, видите, как мало. Люди устали. Избирательный участок 1127 города Бишкек открыл свои двери ровно в 8 утра. Горожане активно проявляют участие на выборах. Как сказала председатель участка, вся техника работает без сбоев и для специалистов, а также для горожан созданы все условия для соблюдения санитарных норм. Участок 1127 находится в 7-м микрорайоне. По списку 2661 на данный момент проголосовали 283 человека. Вне помещения 2 человека. Санитарные нормы, требования выполняем. Между тем, председатель Бишкекского ТИК отметил, что на повторных выборах, скорее всего, будет низкая явка голосующих. Всему виной эпидемиологическая ситуация в столице. Город Бишкек находится в красной зоне. Участие граждан в утреннее время довольно низкое, но это и ожидалось, как я уже ранее озвучил, в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, в связи с тем, что сейчас пора отпусков, воскресенье, поэтому явка в целом по городу будет низкой, скорее всего. Нельзя не отметить работу сотрудников правоохранительных органов, которые полностью обеспечивают безопасность и порядок на участках. Например, сотрудники УВД Октябрьского района работают на 59 избирательных участках города Бишкек. На территории Октябрьского района были организованы 59 участков избирательных комиссий для обеспечения общественного порядка, безопасности граждан, соблюдения санитарно-эпидемиологических правил в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В период проведения выборов на вышеуказанных избирательных участках задействовано около 200 сотрудников милиции из личного состава Октябрьского РОВД. Кроме этого, руководящий состав УВД Октябрьского района закреплен ответственным за избирательными участками, где регулярно осуществляются соответствующие проверки по внесению в службу сотрудникам милиции. Сегодня жители трех городов выбирают 121 депутата. В Бишкеке в выборах участвуют 18 политических партий. В Аше 8 и в городе Токмок 6. Кроме этого, гражданов Кыргызстана принимают 326 избирательных участков. И если вы заметили какое-то нарушение, то всегда можете обратиться по короткому номеру 1255 или на WhatsApp номер 0990 02 12 55. Рахат Батырбекова, Эсен Усонов, СТВ, город Бишкек.